Самое страшное, что эти разборки в тех условиях, в каких находится Молдова, могут быть катастрофичными. Страна просто может не выдержать их. Но получается, вы им способствуете. А чем мы им способствуем? Чем мы им способствуем? Будете голосовать за отставку правительства вместе. Мы их представители у себя. Если прокурор придет за Канду, вся платформа да поднимет руки. Знаете, господин Слушак, у меня еще один вопрос маленький. Если бы мы хотели сделать досрочные выборы, то мы бы пошли в этом году на досрочные выборы. Но так как это сейчас очень безответственный шаг, мы сказали, ребята, эти разборки должны быть прекращены, мы готовы взять на себя ответственность. Никаких гарантий, никаких альянсов. Придет за вами прокурор, значит так. Хотите дальше участвовать в разборках между Дадоном и Плохотнюком? Участвуйте. Чем, кому мы способствуем? Нам одинаково отвратительно, что Плохотнюк, что Дадон. Но страна сейчас страдает. Господин, да. Господин Дмитрий, столько людей, пекущихся о стране за 30 господин лет. Господин Слусарь, хотела бы еще спросить. Да, я искренне, да. Я с вами согласен. Все за 30 лет говорили искренне, что они хотят этой стране добра. Но, увы, из нее сбежала половина населения. Сколько людей осталось без работы, какая ситуация в сельском хозяйстве. Вы человек умный, образованный. Я думаю, вы даже если какие-то вещи не говорите, вы прекрасно видите, что происходит в стране.